Who is this guy? I'm Batman. Всем привет! В общем-то, сегодня мы поиграем в Fortnite, конечно же, потому что я давно не играл в Fortnite. Примерно 2 недели не играл в Fortnite, я только приехал, пью вот горячий чай, так что вам я тоже советую. Друзья, берите чаек, печеньки, приготовьтесь, потому что, как вы видите, прямо сейчас я буду играть в скине Бэтмена. Мы полетим на чертов Готэм Сити, разнесем его. Я надеюсь, вам понравится ролик. Ставьте лайки, не забывайте указывать тег поддержки автора в магазине предметов. Я вам могу напомнить, это тег поддержки Elixir. Так что указывайте, жмите принять и будете большими молодцами. Все, погнали! Сейчас. Где детонатор? Окей, друзья, ну что, всем здрасте, мы начинаем. Куда я, черт возьми, приземлился? Можно мне, пожалуйста, дробовик или что-то такое? Потому что я хочу пострелять. Чувак, по-моему, себе дробовик взял, да? Я слышу, он сверху бегает. It was at this moment that he knew he fucked up. Отлично. Тупо подошел. О, чувак, а у тебя была замечательная штучка под названием Бэткоготь. Сейчас будем использовать Бэткоготь. Только на кого? Я понял. Я не попал. Я нубас. Я обожаю притер. Опа, гляньте. Гля, кто летит. Не, ну глянь. Ну один раз, ну что за ля? О, здесь светло. Офигеть. Тебе все. Сори, бро. А, мы в зоне. Было бы круто, если бы Готэм был в зоне. А? Так, там кто-то есть. Сейчас мы, наверное, через портал туда полетим. Да, вон там парни сражаются. Вы здесь? Стоп. Да, я хотел вам рассказать про эту игру. Называется она The Cycle. И прежде чем мы продолжим, хочу сразу сказать, это не Battle Royale. Но это очень крутая игра. The Cycle — это соревновательный квест-шутер, основная задача которого — собрать как можно больше ресурсов и покинуть живописную планету Фортуна 3, пока она вас не прикончила. В игре есть кооператив, так что вы сможете играть со своими друзьями, и PvE-VP режим. А это значит, что сражаться с другими игроками вам в принципе не обязательно. Но если очень хочется, то предусмотрен огромный подбор снаряжения, крафтинг и модификация экипировки. Также вы можете вступать в альянсы и выполнять задания фракций, чтобы получить доступ к более технологичным предметам и броне, которые могут изменить геймплей и баланс сил в матче. В общем, вы все поняли. Игрушка классная, так что залетайте и исследуйте мир Фортуны 3. Враждебный, но очень красивый. Игра прямо сейчас в раннем доступе в магазине Epic Games, ну а ссылочка есть в описании под этим видео. Так, парни, со мной лучше не приземляться, я вам советую, потому что я зол, сам на себя. Я зол! Так, но я хочу, знаете что, помпу. Where are my pompa? Where is my pompa? I want. Вот, пока они там сражаются, я могу как бы 3 пати залететь. Ну а что делать? Все методы важны, осуществимы. О, нет, ну это же мой килл был, ну чувак, ну что ты творишь? Вот у кого. О! Здесь все есть! Воу.
Текст. Кто-то еще есть в Готэме? Кто-то остался в этом городишко? Блин, ну обидно, что никого в Готэме нет. Я еще хотел как бы атмосферу прочувствовать, все дела. Потестить свои, как они называются? Взрывной бета-ранг. Вот как они называются. На самом деле очень глупо. Ну типа бет-коготь еще норм. Как бы бет-коготь, ну нормально. Бета-ранг. Чё? Так, ладно. Здесь, наверное, тусоваться нет смысла. Ага. То есть он типа улетел, все. Здесь уже светло. Боже, как они ставятся, эти постройки? Ни туда, ни сюда. О, аирдроп. Ой, не, не то. Еще один, да блин! О, серьезно. Да! Можно подняться! А! О, черт! Какого? Она вечно выпускается, блин. А, снайпер, серьезно? Камон! Я завоюю Готэм Сити! Так, ребятки, ребятишки, ребятня, ну что это такое? Ну что это такое? Почему вас так много? Куда вы все налетели? Боже, как коршуны. Дайте мне что-нибудь вот, да, вот, вот такое. Спасибо. Есть, отлично. Почему не выпустился? Ладно. Я не понял, почему не выпустился мой этот самый глайдер, да? Что за прикол произошел? А! Боже! Я завис. Что? Что за бред? Я ничего не могу сделать. И у меня все... ладно, видимо, на этом все.